Центр «Патриот» готовит ко Дню Победы большой театральный проект «Два лица одной войны». Кастинг на роли уже начался. Проект включает в себя две постановки – музыкальная «Небесный тихоход» и моноспектакль «Жила-была девочка». Это две абсолютно разные истории. И что самое интересное, получить в них роль может любой желающий. Конкурсные просмотры уже начались. Очень волнительный процесс и кастинги, потому что всегда хочется, чтобы как можно больше людей пришло, как можно больше людей имело возможность, да, принять участие в этом событии. И при этом я понимаю и опасения этих людей, и страх, да, и тут вот небольшие ограничения связаны с пандемией. Наша задача, чтобы молодое поколение обратило внимание, вспомнило, может быть, каким-то образом поучаствовало, прониклась уважением к тем временам, к людям, которые это сделали, чтобы мы жили в мирное время. Участвовать в кастинге могут желающие в возрасте от 16 до 40 лет. Первый этап проходит в онлайн-режиме и продлится до 22 февраля. Вся информация в группе Центра «Патриот» ВКонтакте. Адрес на экране.